16-го. Кто за Элю? Поаплодируйте Элю. Кто за Настю? Настя, даже вот человек, который отдает вот сигнал флажков на финише, он тоже тебе бы поаплодировал, но не смог, потому что у него одна рука занята флажком, которым он машет. Ну что, мы начинаем. Эля, Настя, девчонки, надеюсь, этот забег в хорошем смысле пойдет в вашу биографию. Спустя годы ваши личные биографы будут писать об этом забеге как нечто, что изменило вашу жизнь. Сейчас начнем. Наверное, не лишним будет напомнить о том, что подарки для победительниц забега в Одессе. Первое, третье и второе место. Первое место. Вернемся к нему чуть позже. Та, что побежавшая с третьим результатом, получит большой набор космических бестселлеров на реке. Сертификат на покупку обуви на каблуках от компании «Антонио Биаджи». Да, девятикратный болт на каблуках за такое время. Явно не побежит. Давай без капуста. Раз, два, три. Супер, еще разок. Раз, три. Раз, два, 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 три